пятницу в Самарской области будет облачно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем 10-15, тепла ночью плюс 2, плюс 4 градуса. Ветер западного, юго-западного направлений будет дуть со скоростью 6-8 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках, без осадков. Днем плюс 13 градусов, ночью плюс 4. Ветер западный, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти облачно, небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью 3 градуса выше 0. Ветер западный 7 метров в секунду. В Самаре малооблачная погода, небольшой дождь. Дневная температура плюс 13 градусов, ночью плюс 3. Ветер западного направления 8 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 38%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.